Мэрия Омска ищет подрядчика, который изготовит в новом дизайне 20 тысяч транспортных карт со встроенными чипами. Цена контракта чуть более 1 000 000 рублей, а поставка электронных проездных должна начаться не позднее мая. Изюминка омских транспортных карт в уникальном дизайне. Омичи полюбуются изображением силуэтов городских достопримечательностей. На карте разместится графическая композиция, состоящая из зданий СК имени Виктора Блинова, Никольского собора, музыкального театра, троллейбуса и автобуса. Под ней написана аббревиатура ОМК, Омская карта.